Мужчина любит открыть дверь для девушки. Но из-за этого правила мужчина иногда перепутает порядок приоритетности. Кто идет первый в лифт? Добро пожаловать в советы Батнера. Лифт считается опасная зона, а не идет на очень высокие этажи. Чтобы убедиться, что все в безопасности, мужчина идет всегда первый в лифт. Потом следит девушка, и он нажимает кнопку этажа, где они должны быть. Потом на выход девушка уйдет первой. С гостями то же самое правило считает. Мы, принимая сейчас, идет в первый в лифт, и гость первый выходит из лифта. Всегда помните, когда есть опасная зона, мужчина идет первый, и девушка выходит первой. Вот как правильно использовать лифт. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даем новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите то, что вы делаете. До скорой встречи.